Застенчивым девушкам, жадным и умным, сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром. Звенели всю ночь сладострастные шпоры, мелькали во сне молодые майоры. И долго в плену обнимающих ручек барахтался неотразимый поручик. Спокоен рассвет довоенного мира, в тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать, соответственно, чину. Чтоб трясся казак от любви и от спирта, чтоб старый полковник не выглядел хмуро. Уезды дрожат от солдатского флирта тяжелой походкой военных амуров. Большая дорога военной удачи, там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи, без слез, без истерик, без писем, без жалоб. Я тоже не ангел, я тоже частенько дверей красавицы шпора метенькал, усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Тарарам, тарарам, там-там, ларарам, тарам, ларатарам, тарам, там-там, тарам, тарам. Мне бы теперь Васю Глинку повидать, и все в порядке. Мы ведь с ним выросли вместе. А мы с ним так на работе сталкиваемся. Мы ему лес на фабрику сплавляем. Захар, а помнишь в 20-м Каховка? Атака, и пули звенели, и ровно строчил пулемет. И девушка наша проходит в шинели, горячей каховкой идет. А солнце горячим под ночью слепой
немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Но неприятные обстоятельства. Да что вы, что вы помилуете? Мы очень рады. Снимайте пальто. Очень благодарен, но разрешите раньше на два слова, Захар Захарович. Неприятные новости, Захар Захарович. Исчез Лопатин. Тише, позвольте. Почему именно исчез? Откуда у вас этот сведения? У меня была его мать. Эта женщина устроила скандал на весь город, обвиняя школу в том, будто бы мы погубили ее сына. Это, конечно, вздор, но до тех пор, пока с мальчишкой чего-нибудь не приключилось. А в такую бурю он может утонуть, погибнуть, вообще обокрасть кого-нибудь. И тогда нам с вами придется отвечать, и не только перед матерью Лопатина, а перед более ответственными лицами. Это совершенно справедливо. Кулагин уверял нас, что Лопатин усмирен, что она нашла путь к его сердцу. Теперь вы видите, насколько самонадеянно было это утверждение. Если бы вы, Захар Захарович, пока это не поздно, согласились взять обратно свое особое мнение, которое вы высказали на педагогическом совете, то школа оказалась бы в стороне от дальнейших неприятностей. Лопатин числился бы исключен. Я понял вас, Валерьян Петрович. И авторитет школы... Не извольте беспокоиться. Но
глаза, твой голос, твой смех. Я хочу, чтобы он никогда не смолкал. Юная богиня нежности и чистоты, юная богиня, мне улыбаешься ты, юная богиня нежности и чистоты. Ты